Мы мрнобати. А с 2 до 4 у вас встреча здесь в офисе? Отмените. Мы мрав променить. Хорошо. Пусть ко мне зайдет Новосельцев. Это какой Новосельцев? В том-то и дело, что никакой. Только с мальчишками не целоваться. Не буду, я губы накрасила. Опять? Необязательный. Принтер не отвечает. У вас даже принтер не отвечает. Да здесь у вас вообще никто ни за что не отвечает. Тряпка. Ох, как сейчас. Нет. Руки вверх! Кто меня такая? Знаете, если вы способны еще плакать, то не все потеряно. Ты был когда-нибудь одинокой женщиной после 30? Нет. А что ты тогда, Толя? Она не мымра. Барсучок, мы вчера только пили, да? Только пили, да? Эти выходные вообще были самыми странными, но, пожалуй, самыми счастливыми в моей жизни. Иду по улице, все люди оборачиваются, смотрят на меня. Такое ощущение, что все про нас все знают. Уберите руки с моей этой. Нет у вас там никакой этой. Сейчас это сомнительный комплимент был. Акула всегда ищет добычу. У акулы нет друзей. А почему возникают финансовые кризисы? В этом виноват тоже я, да. Юр, а я одна. Я думаю, ты поправима. Юрий Григорьевич, здрасте. Вызывали? Вызывал. Из новой коллекции, между прочим. За родину, за Фиделя. Это не Фидель, это Че Гевара. А я вас знаю. Вы мымара. Папа ездил к вам в Турцию, чтобы стать начальником. По-моему, я вам не безразличен. Что вы издеваетесь все время? Я не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Вы недостаточно трезвый. Что у меня трезвый-то? Мне подарили шоколадку с перцем. Весело на входе, весело на выходе. Пап, а ты влюбился? С чего ты взяла? Ну, женщина, это чувствую.